Вкладывать больше денег в Украину призывает Австралию премьер Владимир Гройсман. Он встретился с главой Сената этой страны Стивеном Перри. Тот впервые приехал с визитом в Киев. Говорили в основном о реформах и об увеличении объемов торговли. По словам Гройсмана, в первую очередь Украину интересует сотрудничество в нефтегазовой и металлургической сферах. Географично мы размещаемся достаточно на великой відстані, але я глибоко переконаний у тому, що наші двосторонні стосунки в цей історичний період є дуже близькими. Ми вдячні Австралії за постійну політичну підтримку в такий непростий період часу для нашої країни.